«Мы будем скучать», — говорят все участники фестиваля в один голос. Долгожданные 5 дней для воспитанников детских домов и интернатов, к сожалению, пролетели. Мелькает грусть в детских глазах по любимому лагерю Самородова. Однако многие знают, что вернутся сюда вновь. Вообще запомнилось все. Я на этот фестиваль приезжала уже не первый раз. Вообще замечательный лагерь, замечательный фестиваль. Спасибо огромное организаторам этого фестиваля, что мы можем вот посетить такой фестиваль. Именно школы, интернаты, детские дома. Я буду скучать по всему, что там было, особенно по мероприятиям, потому что таких мероприятий нигде нету, только в Самородово. О чем говорят и сами организаторы. Фестиваль действительно можно считать уникальным. В этом году детский форум вышел за рамки нашей области. Теплом детских сердец согрели ребят из соседних регионов. Слова не расходятся с делом. Это благодаря всеобщей программе «Газпром детям». Ну а наш фестиваль, он, наверное, уже вышел за рамки не только Оренбургской области. Мы приглашаем наших соседей из Казахстана, и наши коллеги из других регионов «Газпрома» также перенимают наш опыт. Они действительно уезжать не хотят, потому что встретили радушие, тепло. Уже наверняка могу сказать, что вот этот учебный год будет годом соревнований за право снова поехать в Самару. Гала-концерт стал еще одним подарком для детей в день отъезда. Помимо танцевальных номеров участников форума, ребят ждали подарочные сертификаты. А когда на сцену вышел 5-летний Денис, весь зал затаил дыхание. Были люди в наше время, не то что нынешнее время, богатыри не вы. И это еще не все. Кульминация праздника – награждение победителей фестиваля. Аплодисменты, друзья! Собирали все фотки давнишние, которые мы фоткали с мамой. Клеили их ночью. Мы хотим поскорее снова вернуться на фестиваль. Яна Корчик, Вадим Нечаев. Наше время.